Всем привет. Магнолия листопадная цветет. Это кобус. Магнолия кобус такая. Да, запах сюда идет. Это улица Свердлова. Да, пышное цветение. Да, в этом году прям пышное. Там еще есть Соланжа, сегодня пройдем. Дожди еще есть. Все старые этот. Ну да, там еще где работают. Это на Ульянова еще. И где ты работаешь? Ну, такое вот. Чудо. Чудо-чудо. Красиво. Улица Молокова. Сегодня не холодно. Градусов 14. Ну и не жарко. Совсем не жарко. Солнца нет, пасмурно. Вчера хорошо было. Да, вчера было солнышко. А сейчас мы посадили маргариты. Двадцать пятая школа. Кто тоже из братьев участвует? А здесь напротив айва цветет. Так красиво. Обалдеть, айва. Жень, порадуй цветы. А вон ребята белыми. Мимозу продают. Покупаем. Стахочки, наверное. Остановка Комсомолец. Кинотеатр Комсомолец. Слива. Алыча цветет. Уже много чего цветет в городе. Идем по ходу незапланированная съемка. Идем просто по делам, чтобы время не терять, снимаем. ЗАГС Адлерский. Мы здесь когда-то. Да, мы здесь. Расписывались. По ошибке расписали. Почему? Ну, по ошибке, да? Ну, ладно. По ошибке. Да шучу, конечно. Ладно, что. Да шучу, шучу, шучу. Ну, все, хана пальмам, представляешь? Слушай, ну это вообще, конечно. Слушай. Это вообще. Нам навезли в Кашпо, понаставили там больше. Смотри. 100 растений. И все это оставят. Представляешь, такие огромные пальмы пропали. Все. Ну, каждый раз выходишь и такой ты видишь это всего. Все. Сожрало ее. Если они не поливают, то они все здесь все пропадет. В смысле не поливают? А кто здесь их? Почему здесь поливают? Вон да этот сожрал. Я имею в виду отраву. А, отрава, я думал, водой. Не, зачем? Долгоносик сожрал все. У нас он хоть как-то. Ничего себе. Понятно. Снять их, пока они еще есть. Скоро их не будет. Недолго осталось. Вот так вот. Вот такие огроменные. Одно спилили уже вот здесь. И дошло до этих. Сейчас ее нужно под корень и сжигать. Все это надо уничтожать сразу. Вот так вот. Вот такие огромные пальмы, все, их не будет. Но я сомневаюсь, что здесь как в Сочи посадят новые.
привезут. По Сочи посадили. По Сочи посадили, да, привезли из Италии. Из Италии. Ну сколько там, а они росли, сколько лет им там вообще. Почему здесь не выращивают? Можно же выращивать. Вот так вот. И это тоже уже вон все пропало, пропадает. Красиво как. И не будет. И там в центре тоже, сейчас посмотрим. Листья вытащили, главное, а стволы стоят. А в стволах там личинки находятся. Их надо убирать, сжигать. Почему-то их не трогают. Они же потом вылетают, и все, и пошло опять. Да. Будут потихоньку уничтожать. Представляешь, сколько лет такой пальме, а? Смотри. Смотри, сколько это листьев было на ней каждый год. С ума сойти. Слушай, я думаю, может даже посчитать. Да, это считать. Ну, жалко, как вон те уже, вон видно, что сердцевина съедена. Да, считай, считай, долго считай. Сколько? Сколько? Ну, около 60. 60 лет? Может быть, вполне. Карделина. Как, ни один пояс. Почта Адлерская. Черешня, она цветет. Я начала плакать, и они мне дали конфетку «Мишка на севере». Там прям конфетка такая, знаешь, белая, прям медведь. Улица Ленина. И вот переходим. А вон вот насчет свистеть, как привили. Где? Прям. Слушай, их это вывесили. Хрисомон. А его вообще убрали. Гривили? Да. А вот. Хотя за цветы тоже красиво. Гривили. Бухончики. Убрали. Калистемон. Вот он, калистемон. Куст. Но сейчас не цветет. Тут раньше проход был напрямую, здесь этого не было. Вот так вот проходили. Светофор был, помнишь? Переход. Ты помнишь? Да, я еще помню. На эту сторону вот так вот ходили. Здесь пешеходный переход был. Сделали подземный. Да, подземный сделали. Улица Кирова. А на той стороне магнолия Суланжа. Вон она какая. Крупная, цветы какие. Смотри, обалдеть. Агава мексиканская. Сегодня урок ботаники, наверное, будет. А мы так походу вышли, просто по делам, думаем. Походу погода все равно, когда пасмурно, не очень красиво это получается. Солнца не хватает, света. Улица Кирова на этой стороне Плаза сейчас, раньше стадион был, стадион Трудовой труд. Саша, тебя сразу заберут или... А вот здесь вот с этой стороны были деревья большие, облепиха росла. Мы когда шли на стадион, рвали, такая оранжевая, крупная такая. Большие деревья, огромные. Все убрали, все спилили. Ой, блин. Вообще. На весь Адлер.
едет на этом мопеде. Да. Кошмар, да? Да ужас вообще, ну. А это как? Невеста, как ее называют? Вот она, магнолия Соланже, распускается, распустилась. Огромные цветы. Какой-то ненормально ездит. Это тоже, знаешь, род калины. Какая-то калина. Калина? Ну, какая. Слушай, может, как-то ее достанешь? Да не надо доставать. Понюхай. Не надо. А я понюхать хочу. Да не понюхаешь ты. Да почему не понюхаешь? Вон, достану. Да не достану я ее. Подпрыгнула. Не. Слушай, да не надо ее нюхать. Подпрыгнула. Все, пойдем дальше. Какой ты все-таки? Ну, вот так вот. Да не подпрыгну я. Подпрыгну. Да не подпрыгну. Но. Да я понюхаю. Сейчас поломаешь ветку. Ой. Пахнет? Чуть-чуть. Да не пахнет. Небольшой запах. Почему? Есть. Ой. Все. Видишь, какие они крупные. Листы. Едет обратно, катается. Смотри, ты что делает? Смотри. Кадр. Здесь старый ЗАГС был. Да это нет, это поставили уже намного позже. Здесь был старый ЗАГС. Большой. Да. А сейчас там уже давно уже. Ну это было очень давно, короче. Старый дом быта, здесь обувь, обувная мастерская была, звукозапись наверху была. На втором этаже вот здесь была звукозапись, окно. Я тут работал. И на рынке точка была у нас перед входом в рынок. Продавали кассеты. Клубника. Нарцисс. 350 рублей клубника. Ну, гиацинты. Пятьдесят рублей нарцисс. А сколько продают? Обалдеть. Адлер центр, рынок, торговый центр. Поменяли камень. А? Поменяли. Брусчатку. Поменяли брусчатку здесь. Не
Оттуда, оттуда, да? На рынок зашли, купили рыбу. Мимоза в мусорке повыбрасывали. О, на рынок зелень продают, не надо зелень? Зелень, зелень. Кинза там. Не хочешь? А сколько она стоит? А? Сколько стоит? Спроси он у бабушки, я не знаю. Ладно, сходили на рынок. Теперь нам надо хосту проехать хотим. Там рыночек выходного дня работает. Сегодня воскресенье. Съездим в хосту. Посмотрим, что там. Цветет, смотри как, алыча, тоже соланжа он есть, смотри, магнолия цветет. Хоста. Тут лошади стояли, телега стояла. Здесь рука держит чашу. С лошадьми. Летом стоят. Ну, сейчас убрали. Ну, что-то они зимой раньше стояли. Что-то их вообще убрали. Они, наверное, мешают. Да, их убрали, наверное, навсегда уже. Интересная телега была. Не телега, а повозка. Тачанка какая-то. Повозка. Где? Камелия красная. Это революционер. Здесь похоронены красноармейцы, красногвардейцы и красные партизаны, павшие в боях за власть советов в 1918-1920 годах. И фамилии, да. Памятника такая. Тут раньше газ, вон наверху горелка, факел горел, газ все время, сейчас не знаю, не горит почему-то. Ну черный, копченый, закопченый. Вечный огонь? Вечный огонь, да, всегда горел, а здесь. Вот сбоку посмотри, там тоже интересно. Памятный знак партизанам, погибшим за власть советов. Хоста.
хорошее место, нравится мне. Всегда мы в хосту приезжали, в Самшитовую рощу, на море ходили. Здесь здорово вообще. Пропадали здесь в хосте. Здесь были залы, вот эти по рублю, что видики смотрели. Тут много залов было. Похоже вот на магонию, а лист, смотри, просто. Ну да, похоже на магонию. Ну ладно, пойдем на рыночек сходим, на маленький рыночек. Вот такие дома. Кости. Новый дом. Сюда на море приезжаем летом. Мыс Видный, хорошее место. Только год один раз был, да? Ну да, сейчас-то не часто ездим. Раньше постоянно мы сюда с друзьями все время приезжали. Только здесь в хосте и купались. В Самшитовую рощу пойдешь, а потом в хосту. Потом на море. На море покупаешься. Жарко днем. Пойдешь в Самшитовую, Погуляешь, потом к вечеру обратно. Вон магнолия тоже, смотри, цветет. Кинотеатр «Луч» на той стороне, Костинский. Дрозды поют уже. Весна. Кинотеатр «Луч». Скульптура хоста. Бамбуки какие, смотри. Бамбук. Дуб какой огромный. Раньше возле, где мы жили, сколько дубов было. И сейчас и все под корень. Сейчас там остается. Вот он, рыночек выходного дня здесь. Ну ладно, мы посмотрим, что здесь. Небольшой этот рыночек. Сыр? Ну вот так. Да, да. Папа нам больше показал. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вам? Сейчас смотрим. Обалдеть. Нутрия. 550. Кролик 550. Нормально. Ставрида. Сом 350, у нас на рынке 450. А все-то? Наверное, корешки вообще нет. Но здесь нет, да. Дорадо, окунь 560. Дорадо мы пробовали. Ну ничего. Скумбрия.
Ментай. Нет. Ментай, да, ментай 200 рубля. Интересно, ментай ты хотел. Какой? Как всегда. Ну вот. Набрали рыбы обратно. Вадили. Вот, да. Три раза в неделю надо хотя бы кушать рыбу. Ну. Рыба и в Адлере набрали здесь. Что мы взяли? Корюшку. Да. Корюшку, ментая, хороший, крупный такой. Что еще? Сыр. А, сыр еще взяли. Да. Камбала. И что еще у нас? Карпик пожарить. И карпик еще. Ну те же это, не мороженое. Можно было, конечно, прогуляться по Хвосте. Пройтись там аттракционы, вспомнить, как мы гуляли, ходили тут, красивая герань. Конечно, вот тут мостик через речку. Подвесной мост, мосты подвесные здесь в Хвосте. Кошки, вот он, черный кот. Чем занимается? Что делали? Ах, что делали? Ну, мяу, возмущается. Не хочет, чтобы его снимали. Это что этот? Как он называется? Жасмин? Жасмин. Видишь, как стригется хорошо? Набережная реки Хвоста. Че? Красиво, да? Да, посадим за окно, поставим. А, сейчас летом будет все лето цвести. Здесь платаны, интересно, хорошо не обрезают ветки, красиво, да? Как в Сочи на набережной, это уже деревья, сосны не обрезают. И летом здесь вот листва закрывает, тень такая. Здесь как классно. Платан какой. Здесь Елена Проклова гуляет по этой набережной. Вон там дом у нее, вон в доме она наверху, на верхнем этаже купила. Три квартиры однокомнатных объединила. С видом на море. И здесь гуляет. Какая река шумит, как приятно, да? Чистый воздух. Вообще. Дорога далеко, так. Да, сейчас Хвоста, она. Тут дороги нету через Хвосту, там эстакада. Но машин не так много проходит. Сойка, да, сойка и дрозды. Сойка кричит тогда. Смотри, здание старое, туалет. Поставили? Это туалет? Ну, похоже, да, был туалет. Чистый воздух. Видишь, построили, сделали выход на речку. Пожалуйста, выходи. Да, можно на речку прям выйти, он прогуляться. Себе, да? Да, пойдем. Только для колясочки сделали. Даже для машин. Да. Слушай, если машины проезжают. Люди гуляют. Сегодня прохладненько вообще-то, да? Смотри как. Не, ну я в тонкой куртке не замерзла. Ну здесь вот тянет ветерок такой. Ущелье, ущелье. Вот там красиво. В лес. Да. Костры жгут. Здесь смотри, сколько костров. Ничего,
штучки 20 за баксом, да, вечерком. Да. Дрова только надо. Дров так немного, смотрю. Да, вон это. А вон еще горит, смотри. Тлеет. Можно. Тлеет еще. Костерчик. Вот, смотри как. Что, хочешь растопить? Сейчас будет гореть. Да. Будем греться, да? Да зачем? О, пошел, смотри уже. Сосиски купи. Тут ветерок как раз тянет. Сосиски пожарить. А смотри, как пошел. Сбегать за сосисками. О, корюшку. О, у нас рыба, кстати, есть. Корюшку. А она же в машине, блин. Да. Это надо в машину идти. А если бы здесь было? Сейчас бы корюшку на это, на шампуриках. Да, пожарить. Обалдеть, точно. Смотри, как идет сразу. Раздувает. Ну, жечь, да? М? А вот это вот. Да, да не надо, зачем выкинем. Пошел как костер сразу. Да. Да не надо, ну. Зачем? Не хочет она гореть, ты видишь? Вон рыбак стоит вдалеке, что-то ловит. Еще один подвесной мост дальше. Греться. Тепло, как хорошо возле костра. Надо на дачу все купить. Шашлычком сделать. Угу. Курицу взять. Там тоже, смотрите, камни. Вон там бревна валяются. Спокойно, можно развести сейчас и пожарить что-нибудь, сосиски. Шампура в машине сюда лежали. Я не помню, лежат они. Я выложил. Рыба-то у нас есть. Да не надо поливать, дома польешь. Ничего с ним не будет. Разгорелся, как костер. Эстакада. Машины поверху идут. Пойду, подойду к речке. Сейчас. Смотри-ка. Да. Смотри, как классно. Ты все с цветком полила, что ли? Все равно полила. Но зачем? Да что с ним было бы? Горшочек хороший найти, красивый. Ладно, бросим костер.
Надо не тушить вообще-то костры. Но здесь, я думаю, не загорится ничего. Вокруг одни камни. Ты прям и распрощаться не можешь. Сланец какой, смотри. Глянь. Видишь? Камни вот эти на солнце крошатся. Как они называются? Сланец. Смотри, известняк. Смотри. У нас на даче вот так вот копаешь, потом такие вот идут камни, лежат. На солнце рассыпаются. Коста. Все. Классно, да? Здесь это рыба как раз ловит. Да, вот здесь рыбу хорошо ловит. Вот здесь прям. Оно вот здесь собирается? Оно тут собирается, да. И оттуда, да. Что-то мутное, смотри какая. Ну, вот это сбор. Попадает. Коста красивая. Тоже поднимается высоко. Высоко поднимается, да, когда жизнь не проходит, она тут высоко поднимается. Вот такая хоста. Маленькая прогулка. Пока всем. Да, у нас что-то попадает пасмурные дни. Выходим. Пасмурная погода. Вчера была погода, я работала. Да, то работа не получается. Хорошая погода на работе попадает. Ну ладно, пока. Всем пока.